Погоня в жанре американского боевика на высоких скоростях и перестрелкой. В Нягане сотрудники ГИБДД преследовали угонщика автомобиля. Накануне в дежурную часть поступило заявление о пропаже черной иномарки. Полицейские быстро обнаружили ее на улицах города. Сотрудники ГИБДД требовали остановиться, но злоумышленник не реагировал и даже попытался повредить служебный автомобиль. Но скрыться угонщику не удалось. Инспекторы открыли огонь по машине. Позже вечером в соцсетях появился пост с извинениями, цитирую: «Хочу попросить прощения у всех жителей города Нягань за свое поведение за рулем Volkswagen Golf. Я не понимал, что могу причинить вред. Искренне умоляю простить меня». Конец цитаты. Добавлю, пока злоумышленника не задержали, он находится на свободе.